Сейчас уже и боишься пропустить. Она не напилась, она напилась, это уже стрелять до дома. Я много хотел вам спеть, но может быть не стоит сегодня все. Концерт длится. Ну ладно. Это тоже песня такая, «Герои старого времени» называется. Называется она «Техасская лезгинка» или «Грузинский рок-н-ролл». Стань передо мной, как лист перед роялем. Сыграй на мне грузинский рок-н-ролл. Пам-пам-пам, да-да-да-да. В семье не без уролога нам пел маэстро Сталин. И делал ощутительный укол. Ведь общество, как организм, нуждается в лечении. Болезнь очень опасна. Запускай конь-конь-конь, да-да-да-да. А заболевший член подвержен отсечению. Его ведь кто-то должен насекать. Стань, как сталь. Ебада-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 бада. Стань, как сталь. Ебада-бада-бада-бада-бада-бада-бада-бада. А что, усатый мудрый дедушка, любимец всех шоферов, грузин, а как он русских понимал, ал-ал-ал-да-да-да-да. Смела страна великая, под его мудрым взором, он лишь сухие ветки подрезал. Сталь, как сталь. Еба-да-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 ба-да. Сталь, как сталь. Еба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-и-и-и-и. И в наши дни анархии, сплошного вольнодумства, нам снова нужен опытный грузин, зин-зин-зин, да-да-да-да, который острым скальпелем излечит все безумства, вернет стране спасительный режим. Сталь, как сталь. Я буду выдумать, я когда ежов выберем, да-да-да-да-да. Сталь, как сталь. Ох, я бы вас всех туда. Yeah.